28 августа в Муравленко стартует досрочное голосование. Оно предусмотрено для избирателей 10 округа, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в голосовании 8 сентября. На избирательном участке номер 410, расположенном в здании 4-й школы, начиная с 28 августа и по 7 сентября, будет работать участковая комиссия. В будние дни с 17 часов до 21, в выходные дни с 12 до 18 часов. 7 сентября досрочно на избирательном участке можно проголосовать с 12 до 16 часов. Избиратель должен лично подать заявление в комиссию. Напомню, 8 сентября в Муравленко состоятся дополнительные выборы депутата городской думы.